В Бразилии продолжаются проливные дожди из-за циклона. Власти опасаются, что озеро на юге страны выйдет из берегов. Гражданская оборона выпустила серию предупреждений о наводнениях. На кадрах с дрона видно, как футбольные поля в штате Рио-Гранди-ду-Сул полностью затоплены. Ожидается, что селевой поток снизится в пятницу. По данным Национального института метеорологии, сентябрь 2023 года стал месяцем с наибольшим количеством осадков с 1916 года. Гражданская оборона и кризисный центр продолжают следить за метеорологическими условиями в штате Рио-Гранди-ду-Сул. Помимо этого, ожидаются дожди в столице и близлежащих регионах, а также на восточном побережье. В Греции прибрежный город Волос вновь пострадал от наводнений. Напомню, страна недавно оправилась от шторма, который унес жизни 16 человек. Среди пострадавших регионов был и Волос, улицы которого сейчас снова затоплены. Пожарные службы получают десятки звонков от жителей, чьи дома получили повреждения. Власти разослали населению экстренные предупреждения. В течение двух следующих дней ожидаются еще более сильные дожди и град.